Велошеринг для города – это хорошо, однако рязанцы до сих пор не могут понять, где придется ездить велосипедистам. Специальных дорожек для этих целей в нашем городе немного, и все они очень короткие. Не хватает велодорожек. Вот. Хотелось сказать, чтобы не только в каких-то определенных частях города были, ну и, соответственно, чтобы немножко и по городу эти дорожки были. Нужны. Я тоже хочу купить велосипед и ездить. Люди ездят по тротуару. И пешеходы идут, и не знают, куда от них деться. Ну, еще добавить не помешало бы в отдельных районах некоторых. И для безопасности людей, в первую очередь. Ну, и так, чтобы владельцы личного автотранспорта не лишались прав по неосторожности. Может, ситуации всякие бывают. Можно слегка задеть, а штраф на один тот же будет. Велосипед должен стать комфортной альтернативой для перемещения по городу. Пока что у жителей Рязани только два вида связи – пешеходный и автомобильный, в который в том числе входит общественный транспорт. Конечно, нужно пользоваться опытом европейских городов, где по велосипедным маршрутам до некоторых мест добраться можно быстрее, чем на авто. Велошеринг нам в этом поможет. Однако непонятно, выделят ли под него специальные велодорожки или нет. Или вообще опасаются велосипедисты. Может получиться так, что в последний момент начнут рисовать полосы, где попало. Там, наверное, в парке можно сделать, в центральном. Вообще побольше, конечно, такого, что здесь творится, развлекательно. Больше для людей, для народа. И было бы все здорово. У меня очень много знакомых пересел с автомобиля на велосипед. Те ездят довольно-таки аккуратно, потому что они понимают, что они делают, и, в общем-то, все. А кто захочет просто покататься, спорт и так далее, вон для них орешек сделал. Ну, у нас много где можно покататься, поэтому, мне кажется, не надо заниматься ерундой, надо заниматься нормальными делами какими-нибудь. Нельзя ездить тоже по тротуару, где пешеходы ходят. Это опасно как для пешеходов, так и для велосипедистов. Ну, соответственно, на проезжей части необходимо оборудовать велодорожки. А отсутствие велодорожек приводит к ДТП на проезжей части. Необходимо их сделать. А еще люди отмечают, что в Рязани в целом не совсем удобно перемещаться на велосипеде. И не только из-за отсутствия велодорожек. Не хватает заниженных бордюров в местах пересечения пешеходных дорог с автомобильными, что, кстати, было бы полезно не только для любителей велосипедов, но и для мам с колясками или инвалидов. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».